Тенька шутка в семье произошла история недавно и давно. История занятная, как и поздним поздно. Эта шутка не на нем, если думается урок. Вы на нас не обижайтесь, ведь мы постарались. Любочка, подружка, ты давно мне не звонишь. Может, ты сегодня не гости, на внуку забежишь. Много дела, да, но мало. И что-то домашних нам хлопот. Надо ужин приготовить, постирать, сварить компот. Надоело мне играть, сказку можешь почитать. Подожди, ты не будешь лучше, папе подойди. Фруктику купила, говоришь, красивый цвет. Плюшки, бантики, обувки, замечательный стол. Да, каблуки высокие, сможешь ты такой носить? Ах, как мне хочется, мне лучше эти туфельки купить. Мама, скучно мне стоять, может, мы с тобой вместе кухню поиграть? Ах, как мне хочется, да сколько побежала играть. Вот, сидеть на кресле, папа попросил его сыграть. Папа, папа, не читай, дуйте мяч поиграть. Я тебе всю давно, а следи мне кино. Это все потом, моя Лиза. Ты сходи на пивку взять сурикса. Мне же очень срочно сурикса дочитать. И вот сегодня будет. Я болельщик из Спартака. Мы где-то поиграем завтра вечером. А взять обедом, кстати, попроси брата Лючка. Ты не мочишь. Ты сегодня сможешь пеку мне зарисовать. И давай со мной вместе куклы поиграть. Скажешь, что мне сегодня в школе раньше надо быть. Ведь компьютер на сегодня мне уже выходил. А вчера знакомый Оску пригласил мне в кино. Ни минуточки свободны. И все расписано там. Посидите, ребенка, порисуйте, почитайте, кухни с ней поиграйте. Подрастет малыш, что может, вам когда-нибудь поможет. Скажу я вам один секрет, в моей семье здоровья нет. С вами были ученики Центра русского языка при русском доме товарища Мальмаде. Группа «Черки» там о черт танцоровча. Штангерезаем. Амарбаэр эрвотин. Тутуланчик эмут. Тивендерс эмутин. Матбаэр патрова. Адьяча мухаста. До встречи!